первенства – это, по сути, отчетные перед летними каникулами соревнования учащихся спортивной школы «Виктория». В традиционных зачетных соревнованиях принимают участие более 200 юных пловцов. Апрель месяц такой напряженный, в большом количестве соревнований, в частности, по младшему возрасту. Мы соревнования проводим в Анапе, дабы скомплектовать сборные команд по этим возрастам и выявить сильнейших. А также эти соревнования являются отчетными для контрольных нормативов специальной физической подготовки в воде. То есть мы смотрим на то, как дети научились плавать за год. Соревнования включают индивидуальные зачеты вольным стилем и брасом на дистанцию 50 метров и эстафетное плавание 4 по 50 среди мальчиков и девочек отдельно в 5 возрастных группах. С самого начала тренировок преподаватели спортивной школы «Виктория» стараются заряжать ребят духом полезного спортивного соперничества, так что даже самые маленькие пловцы 2006 года рождения уже влюблены в этот вид спорта, которым, как говорится, сам Бог велел заниматься там, где есть море. Я люблю тут заниматься, потому что я занимаюсь, и на соревнования попадаю. Ты занимаешься спортом, и ты развиваешься хорошо на плавании. Получается, ты и одновременно учишься плавать. На море, когда на глубину заплываешь, такое чувство страха сначала, а потом так ничего, плаваешь на глубине. Нравится мне занимать места. Первое, второе, третье. На плавании хорошо. И надо учиться плавать. Среди этих юных пловцов есть такие, кто поднимается сегодня на первый в своей спортивной карьере пьедестал почета. По сути, они олимпийские надежды Анапы и России.